Владимир Иванович Милосердов родился 26 июля 1926 года в селе Пахотный угол, ныне Бондарского района Тамбовской области. Родители артиста были крестьянами. После окончания школы студии МХАТ в И. Милосердов с 1954 год работал в драмтеатре Черноморского флота. В 1955 году был зачислен в Челябинский театр драмы ЧГТД, из которого в 1959 году был переведен в театр города Орджоникидзе, а в 1960 году был переведен в Краснодарский театр. С 1963 года в И. Милосердов вновь актер Челябинского театра драмы. В Челябинском театре в И. Милосердов показал себя в более чем 100 ролях, большая часть которых сохранилась в истории театра. Каждая его роль была очень индивидуальна. С 1993 года в И. Милосердов являлся профессором кафедры театрального искусства ЧГКИ. Актер погружался в преподавательскую деятельность, воспитав множество талантливых учеников. Среди них Николай Осминов, актер, режиссер Челябинского драматического театра им. Н. Орлова, Анна Руть, актриса, студии театрального искусства, Сергея Женовача Г. Москва, Самарин Евгений, актер драматического театра ИМГ, С. Станиславского, Сергей Михеев, актер Русского драматического театра Республики Башкортостан Г. Уфа, Мишина Елена, актриса Государственного русского драматического театра им. В. Г. Короленко Г. Ижевск. В течение 20 лет в И. Милосердов возглавлял Челябинское отделение Союза театральных деятелей, которое после его смерти, в 2001 году, было названо его именем. Артист также активно выступал на творческих встречах со зрителями в цехах заводов, учреждений, учебных заведений, воинских частях, на селе. Создал программу «Демон», ПМ, Лермонтову, «Поэзия против войны», «Сатира и юмор». Кроме того, Владимир Иванович принимал участие в общественно-политической жизни города Челябинска. Он становится членом горкома и райкома КПСС, депутатом городского совета, народным депутатом нескольких созывов. 29 сентября 2000 года от продолжительной тяжелой онкологической болезни в И. Милосердов скончался 27 июня 2006 года на стене дома, где с 1970 по 2000 годы проживал Владимир Иванович, просп. Ленина, 50. В его честь была установлена мемориальная доска.